Праздником, дорогие братья и сестры, Рождества Христова! Позвольте поздравить вас с этим великим праздником, пожелать вам яркой звезды Вифлеемской в душе. Хочется вам пожелать, как пастухам, чтобы вы слышали эту благую весть о Христе, как волхвам видеть эту звезду, которая привела их к вертепу, к яслям, где лежал Бог-младенец. Хочется, чтобы в этом грядущем году, наступившем уже, в 2018 от Рождества Христова, все ваши планы, чаяния, ожидания исполнились, чтобы вы как можно больше проявили милосердие, добродетель, тем самым приблизились к Господу. Желаем всего самого наилучшего, чтобы милосердие Божие во всех путях вам следовало. Храни Господь, дорогие братья и сестры, с праздником! С вами был священник Константин Мальцев.